И всем привет! Вот мы вернулись в игру. Мы поселились рядом бомжики с нашей базой. Так, я пришел посмотреть, что тут у меня. Что нужно на бурилку? Две платы и три кошачьих веревки. Три платы, то есть две платы, три кошачьих веревки. Так, что там на камешке? Потасим. Калийная руда. Ну проваливайся давай. Никак не провалится. Так, яичница сделалась. А, сделалась. Так, надо поесть, потому что у меня же прям совсем все. Ну как, съешь курицу? О! Съел. Попьем яички. Нырнем. Починим ловушку. Она уже подиспортилась немножко. Полная, отлично. Вернем молоточку на место. Вот так-то. Досок мало, одна штучка осталась. Ни туда, ни сюда. Так, две платы, говорю, синих. Две синих платы. Нужно медь. Нужны платы. И жемчуг. О, как раз хватило. Это замечательно. И платы опять просели. Количество плат. Так, тут я уже смотрю, у меня все готово на рейд. Все готово на рейд. Так, я видел здесь с того камушка тамтовский. Ящик деревянный лежал. Ну, пойдем посмотрим. Подберем веревочки. Это уже одна исчезла, что ли? Вроде две было, ладно. А вот. Замена той веревочки. Так, где-то здесь он валялся. А вот он. Ящичек. Серьезно, не гвозди только. 11 гвоздей. Это что такое? Железо, что ли? Железо. Давно не брал. О, замечательно. Замечательно. Так, вон я вижу ящик еще на той стороне. А тут и выходит. Попробуем через озеро. Так, что это у нас там? Песок. Жалко, что не жемчужина. А вдруг никто не заметит? И волк ко мне не пойдет. И мишка не пойдет. Ну давай, давай, быстрее, быстрее. О! Две платки-то хорошо. Волк, пошли давай. Там уже мясо. Жир кончился в этом вот. В печке. О, сейчас и мишка за мной пойдет. Мишка плохо. Он не пойдет, он, наверное, даже побежал. Ой-ой-ой. Спина его волосатая. Давай где-нибудь я здесь потеряю. За вот этим вот камушком. Наверное, уже потерялся. Это не точно. Это идет еще зараза. Отстал? Отстал. Так, блин, пошел. А, молодец, вот туда иди. Вот туда иди. Ну что ты, сатулы, пошли давай. Жир, говорю, кончился. Я как раз поел, можно, могу хорошо бегать. Мишка отстал. Все замечательно. Заходим. Вон еще одна, это вот я не заметил. Ты тут? Ну давай сюда иди. Да, не стесняйся.
Даже не муркнул. Кролик. Убежал? Нет, смотри, не пуганный. Че тут такое черное виднеется через кусты? Ага. Железяка. Ты смотри, курей сколько. Заяц рванул. Курица. Курица пока не надо. Пока. Что здесь такое было? А, этот лисик вот этот. Маленький. Ты какого у нас? 9. А, сегодня понадобится как раз курица. Новенькая. Свеженькая. Так, железо сюда. Уже пусть вело переплавится. Мясо. Это мясо пойдет вот сюда. Это мне. Вот и все. Вот и все. Так, значит, пойдем посмотрим, навестим тех друзей. Кажется, дочь собирается. Да-да-да. Я что там по самогонке? Есть что-то? И есть. Две бутылки можно сделать. А, тут еще есть. Ну, ладно. 4 этого. И одно вот это. Сорок единичек. Раз. И есть контакт. 29. Не хватит на следующую. Ладно, пускай. Пускай. Что у нас тут выросло? Сегодня вырастет, кстати говоря. Картошка одна прям вылезла уже выше всех. Ух, тут все по-разному, не надо подождать, чтобы она, потому что мне это не очень нравится, когда оно все то выросло, то не выросло. Так, можно взять себе одну яичницу и побежали. Посмотрим. Ящик заодно поищем. Посмотрим, что они там делают. Курочка, ты опять вернулась? Ты так и хочешь, я смотрю, в курятник зайти? Пока там место только на одну курицу. Так, я смотрю, сейчас дождь пойдет, поэтому уже сразу уменьшим звук. Сутул, а ты что забыл на берегу? Воды пришел попить. Заодно и посмотрим, может, жемчуг где-то есть. Вряд ли, конечно, но мало ли. Они в разных местах бывают. Ничего не видно. Совсем. Кроме песка этого. У меня его прилично. причем дают все время эти вот. Ботики все время дают, в карманах у них есть. Руда. Даже те, что в пещерах, и те дают. Кстати, пещера. Может, сходить в пещеру? Ну, давай, вылазь. Ты что-то прям сразу же начал стрелять по мне. Алло. Я же довольно-таки далеко был. Собака. Вот тебе и хорошие соседи. О, опять попал. Ты с какого расстояния по мне все еще шмаляет? Чего и что? Просто проходил мимо. Он еще стреляет, и посмотри на него. О, хулиганье. Самое настоящее. Ну ладно. Вещи и так были порваны. Так, яичницу. Мне показалось, что еще раз стрельнули. Наверное, показалось. Хрохочет дождь. Ну, хорош там уже кровоточить-то. О! Пока не скажешь, но он не вспомнит, что нужно прекратить кровоточить. Ух ты, ё-моё, да беги! Так, слышь, мясо. Ты не это, не выкаблучивайся. Ишь, чё удумала псина?
Так, железку я возьму. И травинку я возьму. Вот хорошо. Внезапно я встречу выпрыгнул такой, оп. А тебе навстречу волк несется. Ничего нет. Ни металла, ничего. Так, это у нас что? Металл, между прочим. Железяковый, блин, одну штучку дали. Что ж такое-то? Ну-ну-ну. Наверху ничего нет. Хорошая скала. Чтобы тут построиться. Ну, блин, пока с этими фундаментами, конечно. С новой физикой будущей, которая будет. Ух ты, ё-моё. Хочешь, чтобы тебе пузико почухали? Похоже на то. Вот так вот. На примешку пойдешь. Или даже вот так. Или вот так. О! Вот как-то так. Ну, кошачьи веревки мне нужны будут. Аж 3 штуки. Так что не серчай. Самец. Лена говорит. 6 этих вот получилось. Как их сухожилий. Ну правильно? 4 ноги. А, нет. 5 хвост и что еще? Нос. Так. Это тоже возьмем, кстати. Ну, зинк этот как бы не нужен. Я этот. О, морковка. Сколько всего набрал сразу. И то, и это. А можно без хлеба, так давай ешь. Ох, этот дождь. Не слышно ничего. Ой, волк? Я даже не услышал его, о чем я говорю. Ладно, пока буду бежать. Если не отстанет, пристрелю. Потому что там еще одна кошка. Гав-гав. Если это даст тоже 6 сухожилий, будет отлично. 2 будет достаточно. Так, он уже отстал практически. Ну теперь точно отстал. Так, вот и кошечка. Кис-кис-кис. Так, оружие заряжено. Нормально, никто не мешает. Так, а у тебя что? 4 всего лишь. Что так мало-то? Интересно, у него хвост так скрутился. С этой стороны так кажется. Ну ладно. Та поинтереснее лежала. Так, давай сюда все. 10 сухожилий маловато будет. Еще и на веревочку. Только одна веревочка. Так, мало это вот. Надо пошли еще одну искать. Тут недалеко еще одна есть. Да не одна, конечно, есть, но оружие уже, блин. Да что ж ты будешь делать-то? Ну ничего страшного. Мясо в пережарку. Мне как раз масса нужно накопить. Ничего страшного. Так, что у нас там по бинтам? 14. Хватит с головой. Хватит с головой этих бинтов. Так, пошли вот так вот напрямик. Сейчас пройдем туда. Опа. Ягодка. Вообще, я хотел руки сходить помыть. Ну ладно, сначала заберем ту кошку. Хотя у меня руки-то вот. Возьми-то и помой. Сейчас снега наберем. Он как раз заодно и растает через время какое-то. Во фляжке. Ну только. А, вот можно руки так помыть. И без этого. Горная речка. Так, берем ружье в руки. Мы уже где-то на ее территорию выходим.
Опа. Ты ж не пума. Косолапый, ты что здесь забыл так высоко в горах? Ничего, обойдем. Тут этих кошек много. И погодка, блин. Ну, где ты там? Котейка. Одни волки кругом. Никак внизу где-то ходят. Странно, где же она делась-то? Ладно, давай эту травиночку-то подберем. Да, дождь, конечно, шумит капитально, блин. Ничего не слышно практически вообще. Тем более, я тихо сделал. Да ладно тебе, где ты, котейка? Ага. Пошла воды попить. И пузо пополоскать. Кис-кис, давай. Кс-кс-кс-кс. Ой, чуть как-то. Беги-беги. Походу в воду урон ушел. Последний. Это тоже неплохо легла. Пузо. Почухать тебе можно. Не знаю, кто-то из вас пойдет на прививку. Наверное. Так, во. 6 штук. Неплохо, а теперь хватит. Вот теперь хватит сухожилий. С головой. А медведь дерево охраняет. Шестибревное. И что удумал? Это что там такое было? А, показал, что кто-то стоял, думаю. Так, сначала моем руки. Потом все остальное. О! Кстати, нырнуть можно здесь тоже. Тут иногда бывает жемчуг. Кстати говоря, раз я тут рядышком. Блин, уже надо собираться отсюда. К дому рулить. Так. Цинк. Водоросли можно взять, конечно. Это что? О, а вот и жемчуг. Отлично. Жемчуг — это хорошо. Платы. Синие никто не отменял. Так, всплывай давай. О! Там как раз 19, как раз для ровного числа будет 20 штук. Нет больше ничего. Ну, кроме растений больше ничего нет. Ладно, выходим. Из воды возвращаемся. Ну, давай, давай. Цепляешься там ботинками. Так, я вижу, вон сумка лежит и дерево. Сумка не должна исчезнуть, по идее. Так, что ты будешь делать? Ладно. Хватит мне уже мяса, полные карманы набитые. Что здесь? Яблочко? Давай. Блин, такой звук, как будто бы кто-то шел рядом. Вроде нет. Наверное, сходим сейчас через этого долину Файбера. Долина растительного волокна. Так-то так, не это. Не вставай там на дыбы. Мишка-топтышка. Еще удумал. Блин, ух, а, это кабан. Кабан не кусается. Ну, в смысле, если его не трогать. Йо! Мое, я не услышал кошку. О, это прям водичку пьет. Прикольно. Ну ладно, много сухожилий не бывает, это уж точно. Так, тут 5 штук. А, не, 6, тоже 6. Чисто 22 сухожилия, неплохо. Ну, патронов, конечно, кучу потратил. О, еще яблочко, давай. О, тут еще и охотнички ходят. Пошел.
студент. Он еще один. Так, что-то он, по-моему, в руках уже держит топор. Все, хорош, хорош, я ухожу. Ваше дерево, значит, ваше дерево. А мне оно уже ни к чему. Так, что там по патронам? 8 штук осталось. Да, много я потратил. Это точно. Так, не пошел тут за мной Волкс? Нет. Посмотрим, может, и здесь жемчуг есть. Чего бы, собственно говоря, и нет. Ничего нет. Песок есть, а жемчуга нет. Ну, нет так нет. Ну да, совсем нет. Есть растения, конечно, прям почти по курсу. Ну, почти. Нету ничего больше. Все. Давай побежали быстрее в эту долину растительного волокна, которая была раньше долина лута, теперь она уже таковой не является. Кстати, там ягодок еще очень много появляется. Надо ружье починить. Что там тебе надо? Все то, что у меня нет. Так, на доске давай это делай. Надо еще, кстати, взять, сейчас рубануть. Мне 3 доски надо для ремонта ружья. Как это маленькая совсем. Никого нет, и хорошо. Оп. Давай еще одну доску. Вот, замечательно. О, ягодка лежит он возле сумочки. По-моему, кто-то забубнел. Или нет? Да елки-моталки, с этим шумом, блин, не поймешь. Уже сам себя пугаешь. Давай. Блин, уже и места нет. А отмычку я так и не использовал, да? Ладно, завтра. Потому что уже даже если я найду, ящик некуда положить. Ничего некуда положить. Опа, дерево вылетает. Серьезно? Так, кончились витаминки. Давай съедим ягодки. Попьем. Дерево отдай. Давай лезет, давай. Растительное волокно, веревку делай. Червячок. В лес или давай еще пару досок. На всякий случай. О, еще веревка. Уже можно одну кошачью сделать, но места нет. Уже и места нет. Хотя, может, что-то можно еще подъесть. Лучок, например. Ладно, сейчас. Мне надо немного дерева взять, чтобы костер покормить. Пусть и печку. Куры кругом ходят. Когда надо курица, блин, с днем с огнем не найдешь. А тут, пожалуйста. Когда не надо, вот они. Топчутся. Друг под игрушки. Опа. Нападение. 4 этих вот, вернее, 3-4 бревных сруба мы как раз будет. Я думаю, мне хватит этого. С головой. Делаем кошачью веревку, пока гуляем. Так, еще лук? Ну, давай. Кстати, опять же лук дали целый, да? Волокна тут много. Плюс ягодки попадаются. Ну и животных, конечно, тоже немало. Очень много. На квадратном метре. О, и тут. Не как охотничек. Где он там? В кусты пошел. Ага, за волком пошел. Давай-давай, посмотрим сейчас, кто кого. Я думаю, он... Волк его сейчас съест. Он, конечно, уходит. Блин, ягодка выпала.
ящики пошли. Так, давай хлопок, быстро. Шоколадка. Блин, все высыпается из меня. Шутишь, что ли? Так, вон он далеко уже удалился. Давай, давай, забираем. Так, кожа, патрон. Так, одну сделаем кожу. В смысле, этот бинт. Но это мне, конечно, особо не поможет. Так. Так, так, так. Два гвоздя. Яблоко. Ладно, съешь это. Где он там? Я уже потерял его из виду. Горе-охотник. Где-то вверх шли. Такое событие внезапно появилось. Ну и что-то там, где-то там. Ага, вон он бежит. А куда ты бежишь? Ага, в скотину. Ого. Давай, давай, давай. Давай, волк. Не плашай. Оп. Еще разочек. Оп. Еще разочек. Ну, кусай. Кусь, кусь его. Оп. Есть. Какой ты левел там? Пятый. О. Что-то мне место есть на мясо. Ну, будет. Эй, пс. Так, посмотрим, что там у тебя внутри. Как минимум жира много должно быть. Не так все много. Все влезло, даже одна штучка лишняя, блин. А нормально. Так, что там у тебя в сумке? Ну-ка, ну-ка, где-то там. Дурачок. Так, это я возьму. Блин, а это, вот это возьму, а это уже ничего не лезет. Так, о, биотопливо сделали с этой штуки, с листиков. Это мы возьмем, и еще бы вот это взять. Так, 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 мясо кончилось. Ну ладно, придется съесть. Пошли, 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 давай, может я еще успею веревочки где-то найти. А то уже темнеет. А мне волокно надо. Так, что это? Волокно. Металл, кстати говоря. Как раз есть куда положить. Опять одну штучку дали. Что ж такое-то? Так, начинает темнеть. Ё-моё. Кто это? Сутулый. У охотника практически никогда шанса нету. У бомжей в этих. Убить пуму. В смысле этого... Волка. Так, плата, хорошо. И опять не влезет, да? Что ты будешь делать? Плату терять нельзя. Ни в коем случае. Уже и места нет ни на что. Яблоки жалко есть. Так, кто это там? Блин, уже не... И волокно теперь некуда лезть. Ладно, одну кусочек можно выкинуть. Чья-то морда там была. Мишка. Так, волокно я уже, походу, не найду больше. Что там по веревкам? 4, давай, делай кошачью веревку. Это волк? Блин, задержался опять по темноте. Возвращаться надо. То-то-то это, то третье, то десятое. Так, сполоснуть руки бы не мешало бы. Хотя сейчас на скотину здесь и нарвемся, да? О! Погромче уже будет. Точнее говоря, можно сделать. Помоем руки вдоль бережка, пройдемся. О, хоть что-то слышно уже стало. Это с этим дождем, блин. О, еще растительное волокно. Дай себе. Вот и мишка. Собственно, персона. Вот и бомжи, сейчас нарвемся на всех. И медведь, и этот. Так, ну там сидите, пейте чай, что вы там делаете. На меня не обращайте внимания. Думаешь, волк бежит. Ничего страшного. Так, еще волокно. Крысы уже все отстали. Нет, не точно.
Давай-ка, давай-ка. О, курочка с 10 левела. Ага, все-таки мясо пришло. Ну подожди пока. Пока подожди. У меня места нет. Блин, печка сгорела. Так, ну ладно, вот тебе дрова. Зажигайся, это мне. Внезапно пришли. Так, мясо надо скинуть в холодильник, пока не сгнило. Ты сейчас все еще тут меня ждешь? Молодец. Давай, давай, пока что-нибудь не выбежал из-за угла. Ага, вот уже выбежали. Ну, быстрей. Рыбка, говоришь, есть? Ну, давай. Никого. Так, что там? Говоришь, жаришься? Так, что у нас по этому? А, жира нет, ладно. Блин, как ты выпал? Я сюда. Так, еще мясо есть. Еще жир. Еще мясо. Во. Можно даже что-то подъесть. Яичницу, например. Попить воды. Сделать еще одну веревку. Как минимум. Так. Давай-ка мне кошачью веревку еще одну. Делай. Сейчас сделается это. Так, а пока можно разложиться немножко это сюда. Красненькие сюда. Это сюда. Это тоже сюда. Так, веревка есть, да? Давай, вперед. Лишние сухожилия на место. Кожу сюда. Этот металл вот сюда вот. Вот так вот. Досочки. Немножко есть. Так. А, пепел. В смысле, порох не выложил? Что, сгорело? Нет, не сгорело. А жир есть? Есть, почти полная набралась. Отлично. Ох, и генератор скис. Запускаем. Ну, кстати, можно сделать стекло, в смысле бутылку. Одну кожу дай. Вперед. Так, это сюда. Это здесь пускай будет пригодиться. В принципе, все есть на этом. Кроме массы энергии, да? Ну да. Массу я только что потратил. Но энергии больше, чем достаточно. Так, сгорело. Хорошо. Так, одна рыбка вот эта вот не туда, не сюда. Так, эти рации тоже, блин, мешаются только здесь. Одна элитная запчасть осталась. А, ружье. Я же хотел ружье починить точно. Сколько там? Три доски тебе надо было, да? И что-то там, три скраба. И шесть этих. Вот. И есть контакт. Как новенькая. Так, немножко патронов сделать на дробовик. Самую малость. Штук 4, ну 6. Штук 6. Хватит, думаю, пока. Ну вот. О, светло. Ох, там уже огород, наверное, давно все выросло. Как минимум здесь. Даже еще... Нет, нифига не выросло. Еще один день надо ждать. Этот номер здесь. О, тут все выросло. Лук, картошка, морковка. Замечательно. Так, картошку сразу садим. Картошки надо много. О, пускай растет. Помидорки еще не скоро. Это тоже еще не скоро. Ну, зато все хорошо полито. Это хоть радует. Так, елки. Так, значит, картофель один вырос. Все остальные должны... Вот этот, не знаю, может быть, даже и не вырастет. А если мы ее бустанем? С помощью пепла она его набралась уже. Приличное множество. Так, светает уже. На тебе.
ничего себе не отказывай. Эту плиту можно скинуть. Вот и замечательно. Так что там по семенам было? А, есть это. Ну ладно, то потом. Ну что ж. Вот такая вот была серия. Так что всем спасибо за просмотр. И всем пока.